И всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Сегодня мы поиграем новую игру ВКонтакте, шутер. Я вообще без понятия, как она называется, но самое главное то, что она новая. И давайте разбираться в ней. Зайдем на первый попавшийся сервер. Я в нее вчера немножко поиграл. Загрузка очень вот просто долгая, вы даже не представляете. Смотрите вот на это. Ладно, я остановлю, продолжу, когда все начнется в общем. Да. Понимаю. А, вон враг. Ребята, сори, ты что тут стоишь на базе, пошел, ну давай. Да как так-то, два патрона, какого хрена, а? Я не понял. Headshot. Мышку-то убери. А, вот все. Подвисло. В прицеле постоянно оставался. Странно довольно-таки. Понял, да? Надо. Да блин, у меня все подвисло, чё за хрень, а? Вот ты... ладно. Headshot. Ну, наконец-то, я думал, я эту падлу вообще никогда не убью. Опа. Headshot. Так, а вот это уже интереснее. Всё вроде. Headshot. Так, вот это уже другое дело, на самом деле. Убийца. О, да, убийца, да. Ай-яй-ю, ай-яй-ю. Давай. Е-е-е, детка. Детка, е-е-е. Вау, е-е-е. О, вкусняшки. Вкусняшечки мои. Ладно, так-то я докачался, я молодец. Короче, вы поняли, про что это игра, наверное. Мой, да? Да, мой. Фанатик. Фанатик, да, я фанатик. Я тебя сейчас сам убью. Да. Чё, не лагало бы, я тебе гранату кинул бы, урод ты. Сраный. Придурок. Отвали от меня. Гомосек, блин. А, гомосек, отвали. Блин, как в чат-то писать, я бы ему сейчас такие добрые бы слова бы сказал. На день рождения. Да пошел ты нахуй. Да, супер. Из-за какого-то дебилоида меня замочили. Названием свой.